Внимание кызылординцев был представлен полнометражный художественный фильм «Шабдалы», снятый в рамках празднования 20-летия Астаны. Стоит отметить, что основой для создания фильма послужили серии рассказов известного ЖРАО профессора Алмаса Алматова. «Шабдала» – это добрая житейская и вместе с тем захватывающая история, которая заставит зрителя смеяться и плакать вместе с ее героями. Главная идея фильма заключается в укреплении дружбы, взаимопонимании в стране, не делить жителей одного государства на северных и южных. Также фильм «Шабдала» показывает жизнь обычного народа в аулах, их живые эмоции, трудолюбие и любовь к родной земле. Основные события в картине разворачиваются в 2000-е годы. Окончив университет, главная героиня втайне от матери уезжает к своему новоиспеченному мужу в небольшой поселок на юге Казахстана. Мать, женщина сильная и с боевым характером, во что бы ни стало, решает вернуть свою дочь домой. Таким образом, небогатая семья жениха за выкуп невесты отдала лишь 4 персиковых дерева. Мать девушки восприняла это как оскорбление, но в конце фильма осознает, что это даже больше, чем ей хотелось бы получить. К слову, по словам автора рассказа Алмаса Алматова, те персики продавались на новом базаре в Кызылорде. Основной сюжет фильма – сегодняшняя жизнь, рассуждения о прожитых 90-х, психология людей, семейные проблемы, мудрость и в целом ценности человеческой жизни. Фильм был очень хорошо снят. Логическое завершение картины с моралью. Думаю, что это не последняя наша совместная работа. Сценарий к фильму написал Жандос Кусаинов, который также выступает режиссером картины. Сценарий фильма немного отошел от оригинала произведения, поскольку учитывались законы драматургии. Если бы все было снято лишь по сценарию, то получилась бы короткометражная картина. Фильм только вышел в прокат. Результатом мы довольны. Кызылординская премьера собрала полный зал зрителей. Главных героев в фильме сыграли актеры Шолпан Ергизекова, Дархан Манаков, Айдана Кызылкулова, Жераз Ахметов, Абай Айзбаев и другие. Создатели уверены, фильм придется по душе каждому. Галымжан Жумназаров, Кымжан Жолтаев, Алпамыс Ашербеков, Ханат Махамбетов, телеканал Кызылорда.